Ребята, привет! Итак, что будет в сегодняшнем видео? Смотрите, во-первых, те, кто не смотрели мое предыдущее видео, обязательно посмотрите. Я там разыграл криптовалюту. 5 победителей есть, обратилось 2. Я им отослал криптовалюту, остальные почему-то молчат. Видно, или не подписаны, или не там поставили себе колокольчик. Ребята, те, кто смотрят мои видео, тем, кому интересно, обязательно прямо сейчас подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы как минимум не пропускать и интересную информацию, и еще розыгрыши призов. Дальше смотрите. Сегодня расскажу про то, что многие просили там сделать вывод крипты с airdrop от DEM, децентрализованного мессенджера. Я сделал, расскажу все подробности, сохраню интригу, как быстро пришло, не пришло. Там, ну, должна быть интрига, ребята, вы меня понимаете, чтобы вы смотрели, чтобы вам было интересно. Дальше для новичков расскажу, как заработать, как там получить криптовалюту. До сих пор еще проходит эта акция, раздача, так что кто еще не участвовал, поспешите. Для новичков, которые вообще первый раз смотрят мои видео, рассказываю. Меня зовут Олег, я больше 10 лет зарабатываю в интернете. Сколько зарабатываю я даже на бесплатных раздачах, я в прошлом видео, опять же, там будет под видео, посмотрите, сколько можно зарабатывать. Поэтому делюсь своим опытом и обучаю именно новичков, рассказываю и хороший опыт, и плохой, где терял деньги, где зарабатывал. Но в любом случае, если я до сих пор занимаюсь этим, вы понимаете, да? И не бросил, и не пошел на работу, не вернулся, значит, это мне приносит какие-то деньги, достаточные деньги. Поехали, смотрим. Так, ребята, смотрим. 5 числа, 5 февраля, вот показано, в 12:57 я заказал вывод. Написали, что в течение 24 часов придет вывод. Смотрим на кошелек. Так, вот он. Вот зачисление 638 монет. Смотрим. В 20:01. То есть, ну, буквально через несколько часов, даже не сутки ждали. Теперь смотрите, на второй вопрос отвечу. Многие спрашивали, как отправить именно в стейкинг и как начать получать там от 11% в месяц. Показываю. Чтобы отправить стейкинг, нажимаете делегирование, пополнить это в кошельке. Если у вас еще нету кошелька мобильного, спрашивайте ссылку вашего пригласившего или в чата, где вы находитесь. Заходите, нажимаете на делегирование, пополнение, сюда вписываете 638 сумму эту. Отправляю в стейкинг. Так, пополнить. Смотрим. Теперь эти монеты, они с основного кошелька, куда они пришли, переходят на кошелек делегирования. Здесь они замораживаются, и вы получаете каждые сутки, смотрите, что важно. Каждые сутки, здесь даже написано, монета автоматически переводится на основной кошелек один раз в сутки. То есть она попадает с кошелька делегирования, сюда заходит на основной кошелек. И давайте посмотрим. Так, смотрим, где эта транзакция, тут куча транзакций. Да, пока в обработке. Вот. Вот они поступили. Вот они поступили на кошелек делегирования. И теперь каждые сутки вам будет на основной кошелек капать пассивный доход. Ребята, напоминаю, для тех, кто первый раз смотрит про данный airdrop, мы своей командой поставили такой марафон, запустили, где хотим выйти на заработок до 100 тысяч рублей именно на пассиве со стейкинга. Заработав на данном airdrop, напоминаю, здесь без вложений можно получить криптовалюту, которую раздает децентрализованный мессенджер. Сейчас давайте подробно я расскажу, что нужно сделать. Ничего тут сложного нету абсолютно. Смотрите, переходите по ссылке под видео в Telegram-бот, заходите, нажимаете старт, запускается этот бот. Дальше смотрите, что вам нужно. Вам нужно подписаться на канал, вот он вверху. Дальше скачать для iOS или Android децентрализованный этот мессенджер. И дальше смотрите, в нем вы, когда будете регистрироваться, там будет ник пригласившего. Копируете тот ник, который здесь написан, конкретно здесь, To The Moon. У вас, возможно, будут другие там пригласившие, возможно, вы на другом где-то там месте, там в социалке увидите. Возможно, ну, данное видео, возможно, это будут наши партнеры, поэтому внимательно смотрите, обязательно копируйте точно этот ник, чтобы попасть в команду в нашу. Дальше смотрите, дальше вы берете, нажимаете «Выполнено» и указываете тот ник, который
вы прописали, ну, дальше вы регистрируетесь в деме, копируете там, сохраняете сид-фразу очень внимательно, там ничего сложного нету, там не нужно ни привязки, ни к какому телефону, ничего там не нужно, это, ну, почему он и называется децентрализованный мессенджер, потому что он полностью охраняет вашу приватность, не собирает никакие данные, ничего по сравнению, опять же, по сравнению с теми же, которые, ну, не будем уже там говорить конкретно про какие мессенджеры, да, те, которыми мы пользовались раньше чаще всего, и которые там и сливают наши данные, и там следят за нами, записывают все это, передают куда-то. Здесь этого ничего нет, здесь все на блокчейне, все полностью за приватность. Тот так называемый тренд, как сейчас модный Web 3.0, где абсолютно все децентрализовано, где ваша приватность и ваша безопасность всегда на первом месте. Вот вы участвуете в таком интересном аирдропе, раздаче крипты от такого интересного проекта. Дальше смотрите, вы прописали тот ник, который вы записали именно в деме при регистрации. И дальше вы просто, ну, вам приходит реферальная ваша ссылка. За регистрацию вы получаете 20 монет. И дальше можете, здесь есть лотерея, есть там пригласительная ссылка. Дальше все подробно пишите мне ВКонтакте, я вас добавляю в наш чат. И там уже будут все инструкции, будут примеры, будут там, как именно выйти по нашей стратегии на заработок именно пассивный при помощи этого инструмента. Да, 100 тысяч рублей в месяц. Может, у кого-то получится больше, может, у кого-то меньше. Но у нас такая цель. И я думаю, глупо не использовать абсолютно бесплатный инструмент для того, чтобы обеспечить себя очень хорошо. Я не буду затягивать дальше видео. Это все подробности будут в чате. Регистрируйтесь, присылайте мне свои ники в деме. И я вас добавлю в чат, где будут все подробности. Итак, ребята, на этом все. До новых встреч.